плану. Скорость крит, дает скорость и крит. Все, что нужно для плана. Ну забери в вечернем, там она нафиг никому не нужна. А ты тоже в вечернем леди или нет? Магом? Если бы я магом был вечером, я вообще это... Мне мы с ним наравне ролики, он приоритетом забрал у тебя, и все. И проблем. Блин. Давай обмен. Блин. Там было подольше потроллить, мне кажется. Это... да я знаю, что он прикалывается. Не, на самом деле я возьму себе на ходе пола. Ну, немножко позже. Все, наконец-то мусорную трюмку хоть одну сменю. Надеюсь, хоть сегодня плащ с Мургрима дропнется. Мировые, да, удачи, там 500 голды предлагают. За ДБ. Тебе там на форуме 500 голды за ДБ предлагают. За око ХМ, которого даже у Лехи нет. Да. Не, у него есть. Кстати. Но немножечко кривая версия. Бля, что-то не могу скачать. 500к голды еще можно подумать. А что, у нас 6 хилов, да? Это самое интересное будет то, что забанят адмиралы, возможно. Почему? Ну, если 500 тысяч голды, тебе разом привет. Так, тут же... За голд же игровая валюта. Один хуй подозрительный, ты не понимаешь. Нет, конечно, если он в трейд ее просто так даст, то тогда можно за голселера принять. А так, через скрин, это же вон, тем более на форуме писались. Ты знаешь, так можно, знаешь, что продавать, так бы. Это не контрящий. Почему у тебя столько весит до хера? Там аудио. Это район потих. Там майнер, наверное, еще. Ну, нужно же как-то зарабатывать. Угу. Я там еще немного часть ядра софа спиздил. Я потом внедрю такую систему. К примеру, у меня есть только ДБМ на оках, и я его взял, всем раскинул, у вас у всех будет оповещение. Ты кто-то же сделал такой ДБМ, то что работает. На чем? На пульмаге Гера работала. Chamber of Aspects, это РСК? Там таймерами было, а так именно, чтобы сам детектил скиллы. Chamber of Aspects, это РСка такая, да? Называется. Да. А, да, вот Obsidian Ruby. Да, надо будет тоже поставить ДБМ, а то вчера в РСке вообще не... Ни один раз не проносило, что на мне. Хер его знает, у меня еще древняя версия стоит. Умиралы, все анонсило. Она не анонсит, он просто говорит. Но он сейчас не выйдет, так что стоит. Да, он не выйдет, надо падать. Это, а нам что, саппорт дальше понадобится или можно перепивать его? Давай ж только. Давай еще никогда саппорт не пью. Это он дох. Остался он, водяной хуй и байша, да? Гидрос. Ну, гидрос. Водяной хуй, я так и назвал. Саппорт уже 200 с хуем стоит, ну как бы. Да, что-то они поднялись в цене, причем прилично. Потому что ботов на Новый год никто не звал. До того, как Гера открыли.
Просто надо травы, блядь, побольше было спавнов поставить. Либо школьники за каникулы раскупили все нахуй. А что, выращивать нельзя траву? Можно, но это подсудное дело. Да не-не-не, это ГХ ведут там, короче, можно будет свои огороды ставить и траву выращивать. Это вообще топчик, это прям можно кинуть идеи. Моя маленькая ферма. Да. Прикинь, какой прикол. Но чтобы тебе выращивать эту траву, тебе ее нужно, допустим, добыть в другом месте и типа посадить. Да, откаты будет мусорам. Короче, делаешь это корыто, это как для рассады. Рассаду. 25 древнейших саранит, короче, там. Осколков 50 на ШМ. Куда садишь землю. Извечная гонка, извечная земля, по 100 штук. И воронку еще засунули, да? И 10 воронок. Агри, коват. Кто-то выглядит. Чё, нет. Он отключен. Ладно, втором-то набери агрона, пожалуйста. Зачем? Там... Чё? Че вы там лазите вообще, блядь? Мы блядь, с двумя мобами воюем. Тунели, блядь, а вы там лазите, нахуя? Брун спрашивает, в ком ей. Танкер. Там еще справа мобы. Войт сам приведет мобов сюда. Надо он там бегать никому. Мы резнулись и мобы сагрились. Я за инстом оказался тоже, когда открывался. Суманюч. Приводи по чуть-чуть мобов. Все мобы по чуть-чуть. Мобы еще остались или нет? Да. Влад, приводи по чуть-чуть. Почему ты в сковородке взяла мясо в духовке? Ты прокляни меня, ты что? Вот сдох. А чё ты жил? Вначале. Ну, значит, вначале сдох.
Мать, вы только поженились. У меня здесь в ДД или в танке? Прошло несколько дней со свадьбы. Я хочу детей, давайте. Танк в танке. А хули бы ей не хотите? Она замуж за миллиардера вышла, у нее кухарка на кухне, телохранитель. Денек. Денек, пожалуйста, микро выруби. Блядь. Пусть погромче говорит. Самойте всех. Женек, а то я его на ДБМ пущу. А хули вы не хотите? Все, мобов больше нет. Я хочу хэпала, а хули вы не хотите хэпала? Пока тот в хиласпек ништяк. Раздайте. Адмирал здесь? Саша. Ладно, поехали, Ллойд. Отойдите только все. Мосс, отойди. Блять, у меня микрофон выключен, ну ладно. Я сижу, ору тут. Первая Артемия, потом Кават. Далековато ты завел. Ну ладно. Мы здесь тогда будем ловить, чтобы хилы доставали. Можно вести между волнами. Да не. Пускай уже стоит. Просто чем дальше ты заводишь, тем дальше им с фонтана убежать. Это потеря ДПС. Уже вообще по идее центру можно бить. Можно. Лучше, чтобы трэш бежал с одной стороны, с двух. Можно его в другой туннель затаскивать. У нас новенькие, которые приходят. Тут же все потом говорят, что первый раз видят, как мы Марагрима убиваем по-другому. Это же хорошо. Ну, никто кроме нас так не бьет его. Хуй че. Плохо что ли? Да нет. Ты так говоришь, как будто нас ос... Нет, я в плане того, что тут можно как угодно изобретать, если тактика рабочая, почему они не пользуются. Не заводя.
Я походу вылетел. Я завис. У нас тоже диска. Они вот это так не покрутили. Периодически бывает такое. Ни с того, ни с сего. Кто трэш агрит, блин? Какого друида в шар возьмёт? Да ебать, блядь, опять прокаешь. Листите кулака, брата. Я фанта. Я в топятом. Чё? Пиздец. Весь прок прибежал. Дайте баф повара. Заливайте трэш танки, умираю. Берсы времени 10 минут еще. Чё, вчера берем РС-ку, мы запомним трех танчей. Да нет, стоит вот. Да у меня клиент висит. Вот у меня такая же вчера хуйня была. На самом деле Лёха стоит просто покажет со стороны спать. Да не, типа он виснет, блять, ладно там пролаг, но нахуй отвисает, короче. Не, было раньше такое, до дисконнектов, вис кальян. Это наглухо нахуй. Просто картинка зависает. Давай там броня обрывает. Аза на 20. Это типа из заебанных ультеров, потому что они не оптимизированы 100%. Да и пищат очень противно. Без звука играет. Типа, давно не было никаких проблем с такой хуйней. Адмирал, есть гин? Да. Тебе на что? Наш... На ману. Все, больше под воду, под босса не проводить. Пойди. Последний. ДПС накручу. Ну, ДПС босса, давайте это овешка заберется. О, пошло, короче. Быстро. Картинки там быстро проматываются. 40% у босса. 40? Ну, 9 лямов, Лёх, уже, ну ладно. Пусть будет 40. Я же говорю, по АФК шел, да и все. У него 40%, понял, как у меня обычно. У меня задержки нету. Как нет задержки? Это сервак. У меня такая же фигня была. Типа, это достаточно часто происходит. Задержка 39. Это только смена кадра 75. Не, у меня пинг тоже не растет супер. В смысле 75? Пойдет. Сейчас мы поднимем этот. Опа. Тринкет.
А вот это сплетение, оно на анхорика ДК, ДДшника нормально? Нет. А вага ходит без фетиша, потому что не падает, или почему? Да. Да, ну там, не, на анхорика, кажется, не знаю. Не, почему, вага ходит с фетишем, у него есть. Я видел ханты, палы и энхи только одеваю. Его нету, я смотрел. У него он есть, он его сролил. 5% еще. Я уверен, тебе. Взять ее вместо колбы попробовать. Колбы нужно. О, вроде все. Давайте только не как вчера в вечернем рейде. Че вчера было? Да тут люди нормально, мне кажется, сыграют. Просто... В вечернем хуёво, да, играют? У нас просто сетап не очень был. Просто расслабились и все. Не, там просто хоры ПРДД и там этих элементалей заливать практически невозможно. Ешку от Т5. Я в Т4 бил. А ты в Т4 так мало выдал? Еба. Ты хочешь сказать то, что желтую джагу настолько сильно ап? Да ну нах. Быстро. У Биса осталось 3 шмотки. Одно радует, я, блядь, не ниже танка. Кстати, да, Артем, я тебя там подгоняю. На пятки наступил. Пацаны, ни на что не намекаем, но все. Знаешь, это мы вчера Груль Магик пошли. Вечером. Там было веселее. У нас Мать. Медведь был на 7-й, по-моему, позиции по ТПС. Там-то можно и на первом быть, а там. Ебать. Если ты какой-нибудь ва. Четыре Т5 одел и ебашь с двух рук. Просто так, это... желтую джагу апнули, вот смотри, даже от 10 тысяч 8% это хуйня полная. Ты бьешь автоатакой 10к, ну вообще. Каких 10к? Да. Ладно, я поехал. Ищет урон на 6%. Через час примерно буду, если не добьешь. На 8%. Ну на 8, а даже я тебе говорю... От 20к. Типа, при строке светлой джаги примерно 20к. Будет проходить или нет? 120к примерно при проке светлой джанги. Хант на лоста... Не, у него пока голды не хватит. Чего вдруг она 20к становится? Блять, у меня 20к. Можете посмотреть, если у кого есть клиенты? Чем у тебя медленнее пуха, тем больше атаки, и тем больше урона ты нанесешь с помощью. Это логично. Это не для всех пух. Троллейбой сильнее, чем ГТ по атаке. Самого оружия. Ну, я говорю про максимальный там левел. Сейчас он 284. Ну это да. Вообще любая пуха этим левелом выше другой будет сидеть. Надо 2 ДД. Или 1 ДД. Да хуёво их апнули, типа 2%. И что есть, что их нет. Просто у меня меньше лагало на этом. Не знаю, весь как-то... Круто. Вот армс апнули. Кто-то заебил. Вот бы как его, конечно. И затешить леча ещё круто. Я не знаю, сколько тебе показано в рекаунте, максимальный урон какой с руки? 20-423. Тут ни разу такой точки с руки не было, может, с новой фигня?
5, как видишь. Типа на светлой магии раньше всегда было. Я типа поэтому не понимал вас, почему все ноют за светлую джагу, потому что она довольно дохуя. И просто не хватает хосты, чтобы она была практически. Сбежались. Адмирал жирный. Вот иди. Что вы хотели? Просто большая и жирная панда. Тебе не стать воином дракона. Я уже он. Я так смотрю, тебе так ободок и не присобачили. Че, суки. Он даже у ультеров, по-моему. Правда, у них нос светится вроде как. Пьют много, что ли? Пьяный мастер. Ничего ко мне у Карина, но не Агила, вынос, крит вынос и... У нее хватает, при этом у нее и агро не теряет. Агила это равно уклонение, и у медведя это must have. Давайте этот, быстро. Блять, нахера этого сразу? Не бейте, не тратьте. Следующего предпринимаешь. Давайте. Я на самом деле уже жалею то, что ретрика поменяли рель. Старым исполнением мне уже нравится больше. Ты школу или нет уже? Чего его ничего не меняли? Поменяли. На сумонти мосу. Уходу стоит. Теперь к тому то, что от УВС он теперь висит. Он и не был от УВС. Он был изначально от УВС, потом его переделали на стойке. В танке, а его это в танке, все остальные в ДД. По хилам, по хилам. Артемия в хила. Мосса. Суманить. Всех уже суманули. Бафы раздавать, оставлю рыбу. Напоминаю про агро. На пул Никитос, на пул на этого, на Калата, Проня на меня. Этот Рога, если что, напуливать тоже на Калата. По поводу босса, находитесь там, где босс обычно, чтобы, если даже переагрите, чтобы босс к плену не ушел. По хилам. Денчик слева. Ростя справа. Пока тут слева. Брун справа. Адмирал где хочешь. Номера смотрите, там нужны будут. А я не знаю. Я справа буду. Кладбон готов? Да-да. Все готовы. Сейчас под Ерой, под бурстами, бурстим. Ты слева коват, если что, трэш ловишь. Все, да поехали. Я услышу.
хоз. Случайно не переагрил. Вот он пускает. Кого-то турбин самолета засосал. Че, аккуратно. А мир это у тебя? Кирса, замутьте! Кирс на кнопку! А, сори. Забыл, что у меня тут этот... Ты на улице играешь. Ну, не играю, я вообще-то ушел. Трэша. Лапочка сюда подведите, не достаю там. Оглушение аккуратно медик. Больше по трэшу пивать. Переводи, переводи. Блять, нормально вообще, Проня. Как ты можешь срывать, блять, под напулом? Вопрос. Сказал же, блять, напуливать. Тут подними его. Нафу дать. Беги. Дал тебе ланжету. Бля. Беги сюда, беги сюда. Заебись на тебя напугали. Кого-то сильнее хит. Ладно, нормально. Стоп, он мне бьет, забирай. Я дал зубы. Могу дать купол еще. Переводи.
плюс. Стоите РДД близких боссов от вас отключения по танке. Ну от милика. Все, держать оглушение сложно. Сейчас язык есть чуть дольше пустой. Лучше не экспериментировать. Переводи, переводи, переводи. Улучшение, сейчас наполню. Гимна мандейт. Тебя закинул ревность кого-то. Переводи. Нет. Нет, ты совсем что? Долбоёб. Добивайте. Пробуйте, босс. Пробуйте. Мастаунты, прожимки. Я дал прожим. Мастаун бабл паладина, враска баба. Отдаю гимн на хп. Понятно. Это вайп. Блин. Вот если ты срываешь, если ты бьешь, ты встань туда, куда я его веду, и хуярь сколько влезет. Ну это же не будет вайп рейда, ты один сдохнешь. Блять, а ты стоишь там, где 10 тысяч элементалей призывается. Ну зачем? Дашь мой срез. Моб идет. Быстрее рез. Жан, блядь, заебал. Давай, салам алейкум. Войт. Я. Да ладно, вы чё? Пухана суманеч. Идите, бейте это. Скинь рекаунт, подписывай, кто не верит. Просто и так точно. Пятнадцать человек бьют. Серьезно? Блять. Это у нас. Женек, ты дебил вообще или что? Уберите тотем. Не надо что ли, чё?
Ой. Я греться могу. Таунт и притяжку дашь? По следующему мобу. Тяни. Играем по мобу все, блядь. Кого нету в рекаунте, значит 1000. Мертвый, если чё. Аллилуйя. Просто креветка. Вон даже Денчик надамажит. Страшно. Шкафчик ума. Аспект. Баф. Даю проверку. Где-то мост потерял. Лапу даем. Что он делаешь вообще? Ну, вообще разве не вкатил? Вкатил. Что-то он не кот. Сейчас хилил. Тебе сказали еще в прошлый раз в катаспект перед пулом. Твоих 5%, да, не хватит. Это очень сложно, нужно просто... Когда агро есть на там. Босса шмот-то поменяй, мало того, что ты котом стал. Еще раз. Все здесь, все готовы на позицион. Да корогу. А нет, есть, есть, есть. Все, по готовности куда? Вера. Ну что это, блин? Тьме дашь. Артемия, дай БР. Она не здесь.
Сейчас снова надо бояра торчить. Иди еще. Гро, блядь, когда босса переводят, вы отходите от босса, блядь. Пока его нормально не наберут, агро не поставят. А тут твой БР. Бафы обновить. Серьезно? Ты, блядь, не можешь сказать, что тебя ревностного нет, блядь, не знаю, что тебя, блядь, что сложно. Два оглушения подряд. Блядь. Промочит оглушение. Даю гимн на ману. У меня, Лех, есть БР. Зиденчика. На пул, блядь, трэша. Страшно. А вата прохиливается. На трэшу больше играем. Вагон ты попухан. Аккуратно. Переводит босса. Милики нахер свалили. Дало, блять, еще мне вайпаться тут на этом боссе. Собрал два моба и это. Под босса сразу. Сам в стороне стоишь, мобы под босса. Чтобы оглушение не ловить. Денчик попросил. Внушение. Забери босса, блядь. Дубль 2. Дубль 2. Кто сорвал? Кто сорвал босса? Женек. Первый умер, по крайней мере. Кто? Женек первый умер, но я не видел. Блядь. Не... Ну, да, поэтому по вам будет чататься в этом. Кто босса сорвал? Ну, он Женёк, гидрос нестабильный, пишет в чате. Вот, да спрашиваю. Вот танчит босса. Кто у него сорвал босса? Локи я видел, в таргет выбирал. Или какого-то Лока, не помню. Вроде Локи. Че, Ломан стоит? Да я не Ломан, я в таргет босса смотрел, кого он в цель выбирал. Ну я понял, ты закини там поставить низ воды. Жан, блядь, заебал. Но. Давай, салам алейкум. Ты кто порвал? Не похер, кого скажешь, тому начислю. Блять, я могу остановить видео, посмотреть, точно сказать. Говори точно.